активнее болеть за спортсменов. Определение абсолютного чемпиона. Мы начинаем сравнение и начинаем выяснение, кто же самый крутой на этой сцене. Двойной бицепс, пожалуйста. Опа, давай быстрее! Быстрее работай, сердце! Только работай! Широчайшее. Бицепс сбоку. Двойной бицепс сзади. Широчайшее. Трицепс. Дави, дали! Вот, показывай, поворачивай. Пресс, бедро. Вот так. Супер! Ладно, больше! Далее, супер! Спасибо. Нужно ли переставлять спортсменов? Переставляем. Итак, еще одно сравнение. Уверенно, Далер, уверенно, ты спи! Двойной бицепс. Широчайшее. Так, парни, ну-ка на линию вернулись, не хулиганьте. Эскин ждет! Быстрее, быстрее, Лёша! Бицепс сбоку. Давай, давай, быстрее, Лёша! Напрягай сильнее! Вот так! Вот так! Двойной бицепс сзади. Эскин больше, чем Трона! Зайди, бедро, Лёша! Ноги напрягай! Давай, давай, быстрее! На студии тачи! Широчайше! На студии тачи! Давай, Далер, побыстрее! Сзади бедро! Вот так! Вот это сзади бедро! Трицепс! Вот это спинка! Дави, Далер! Дави, дави! Вот так! Пресс бедро! Трона первый! Давай, твоя Трона в абсолюте! Телочку покажи! Накоси! Накоси! Вот так! Вот так! Спасибо, я прошу вас занять место на левой части сцены, вернуться на линию. Три спортсмена. Трона в абсолюте! Пожалуйста, три участника выходят. Берут. Нет, все на левую сторону. Все на левую сторону. Три участника выходят на середину, те, кого мы еще не сравнивали. Завершающее сравнение на сегодня. Двойной бицепс, пожалуйста. Опушникова первая! Ее ноги жестче! 401! Не пропускай, работай постоянно! Широчайшее. Что? Очень сложно, Олег. Бицепс сбоку. Очень сложная ситуация. Москва опять пролетает. 497! Костя, ты абсолютный! Живой! Давай добиться сзади. Широчайшее. Трицепс. Пресс-бедро, завершающее обязательно положение. Бодибилдинг – это Трона. Это настоящий... Спасибо. Дорогие друзья, наши соревнования завершаются. Минута свободного позирования. Прошу всех выйти вперед. Сделаем музыку погромче.
Спасибо. Я прошу спортсменов встать на заднюю часть сцены, пожалуйста. Просьба встать на заднюю часть сцены, немного отдохнуть. Мы благодарны вам за шоу, которое вы сделали. Командная борьба, да. С результатом 62 балла команда Краснодарского края. Я прошу представителя выйти на сцену. 62 балла. Краснодарский край. Игорь, первый раз. Какой успех? Второй. На втором месте с результатом 72 балла команда Москвы побеждает в командной борьбе с результатом 82 балла Санкт-Петербург. Четвертое место. Красноярский край. Пятое. Челябинская область. Шестое. Московская область. Седьмое. Свердловская. Восьмое. Иркутская. Девятое. Вологодская. Десятое. Алтайский край. Кроме того, подведены итоги абсолютного первенства. И мне известно, кто же стал абсолютным чемпионом. Хотел бы поделиться этой радостной новостью с вами. Да, конечно, подожду. Борис Борисович, пресс, Петро! Двойной бицепс спереди! Борис Борисович, абсолютный! Пресс в кармане, Петро! Итак, еще раз. Командная борьба. Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край. Олег! Спасибо. Я прошу спортсменов на задней части сцены встать в одну линию, пожалуйста. Просьба, ребята, встать в одну линию. Мы будем награждать с 8 по 1 место. Итак, по решению. По решению организатора соревнований, денежными призами награждается шестерка сильнейших спортсменов по итогам абсолютного первенства. Восьмое место занимает участник под номером 442 Ренат Рахмолин, Красноярский край, 76 баллов. Да, благодарим, просьба пройти за кулисы. Седьмое место Андрей Тихонов, номер 471, Санкт-Петербург, 74 балла. За шестое место награждается денежным призом Сергей Харламов, номер 445, Свердловская область, набравший 60 баллов. Просьба также пройти вниз. Фотография, шестое место, Сергей Харламов, номер 445. Спасибо, просьба спуститься со сцены, пройти за кулисы. Пятое место по решению судей с результатом 48 баллов. Далер Исматов, номер 479, Санкт-Петербург. Фотография. Пожалуйста, фотография с президентом Федерации Бодибилдинга России. Пятое место, Далер Исматов. Народный чемпион. Палец мешается, Олега. Четвертое место. Далер, далеко не уходи. Вечер перестал быть томным, согласитесь. Непредсказуемый результат. Итак, четвертое место. Константин Опушников, номер 497, Красноярский край, 34 балла. Замечательное выступление, четвертое место, денежный приз и фотография на память. Три спортсмена остаются ненагражденными, причем два участника набирают одинаковое количество баллов. Но у нас есть явный лидер, который большинством голосов становится абсолютным чемпионом. Дронов! За третье место с результатом 28 баллов награждается Владимир Беляев, номер 483. Спортсмен из Москвы. Денежный приз, фотография на память. И два спортсмена остаются ненагражденными. Но, по мнению судей, один из них явный лидер и получает звание абсолютного чемпиона по праву. Сегодня на втором месте с результатом 28 баллов
Александр Эскин из Санкт-Петербурга. Побеждает в этой номинации и становится абсолютным чемпионом России. Алексей Трунов, номер 507, Москва. 10 баллов зарабатывает спортсмен абсолютным большинством голосов наших судей. Поздравляем, Алексей Тронов, абсолютный чемпион России в номинации «Бодибилдинг среди мужчин». Не вставайте, ребята! Кто себя вел сегодня? Привет. Поздравляем! Ребят, не вставайте, пожалуйста, дайте сфотографироваться. Могу я сфотографироваться? Никогда этого не делал. Поздравляю тебя. Вы турист тоже, пошлите все домой. Ребята, дайте фотограф. Дайте сфотографировать! Если можно, пожалуйста, уберите голову. Ну куда жестче-то еще? Одного чемпиона, одного. Рома. Одного чемпиона, можно? Одного чемпиона, одного чемпиона. Одного чемпиона, одного чемпиона. Алексей Тронов, абсолютный чемпион России по бодибилдингу. Леш, ты улыбайся. Дорогие друзья, наши соревнования завершены. Я напоминаю, что в 11 часов вечера в 23:00 в ресторане «Москва» начинается банкет. Приглашаем всех. Благодарю всех за внимание. Благодарю наших судей за работу. Если есть желание, можно сфотографироваться всем судьям, пожалуйста. Все те, кто в пиджаках, просьба подняться на сцену. Завершающее финальное фото. Но без пиджака тоже. Итак, абсолютный чемпион и... приз прогресса, конечно, тоже просьба выйти вперед. Тоже из Москвы оба, конечно. У меня просьба всех тех, кто в пиджаках, пройти на сцену. Ребят, для фотографии. Сцены сейчас не ходите, пожалуйста. Видишь, как стадо барана.